Всем привет, друзья! А перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на наш канал. Ну а мы начинаем. На 82-м году жизни ушел советский и российский актер театра и кино Юрий Гончаров. В 60-е и 70-е годы Юрий Михайлович Гончаров был актером Томского драматического театра, Новосибирского театра «Красный факел», Ленинградского «Тюза» и Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. С 80 года по 99 год он был артистом Ленконцерта. Снимался в кино, сыграл роли в картинах «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Сержант милиции», «Бронзовая птица». Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И не пропускайте наши свежие выпуски. На этом мы с вами прощаемся. Всем пока.